плохо. Снег уже не тут, конечно. Ну что, ребят, мы решили подняться на высоту 4600 на рафтраке. Это примерно вот там вот. 30 минут подъем. Там минут 15 и обратно минут 30. Я на высоте 4600, чувствуется кислород недостаток, конечно, прям ощущается такое странное ощущение, конечно, необычное, не испытывал такого в жизни никогда, когда тяжело дышать становится. Не очень приятное ощущение, конечно, я понимаю сейчас альпинистов, как они себя чувствуют на такой высоте, но интересно, за мной вот Эльбрус как раз, до него оставалось примерно 900 метров, мы на высоте 4600. И уже брать лыжи, на лыжах уже. Погнали.
налево, направо, налево, направо. Интересно. Смотри, какие забавные облака, нереальные вообще формируются здесь, на Эльбрусе. Это настоящее облако, просто не фотомонтаж. Просто вижу тучи вокруг и одно маленькое ровное облако. Прикольно. Очень необычно. Высота 4000. Вот кажется, что такого страшного там пройти еще метров 100 вперед. Как начинаешь только идти, сразу через метров 10-15 чувствуешь, что все уже у тебя капец, у тебя не хватает. Ноги не двигаются, забиваются мышцы. В общем, высота — это такая серьезная вещь, это реально не шутки. Слева это западная вершина, а с правой стороны восточная. Левая вершина, она, как ни странно, выше, хотя визуально кажется немножко ниже. Как раз левая вершина — это пик 5642, а правая вершина — это 5621. Вот там внизу торчат такие скалы, они называются скалы Пастухова. Там вот я не могу, да, не дотянется у нас зум. А нет, тут видно немножко. Метеостанция находится. Это какая-то тут флешмоб карта МИР. Ну, как на ладони здесь, конечно, горы. А мы сейчас на высоте примерно, мы поднялись в самой верхней части, 3800 метров на 100, наверное. Здесь 3900 примерно. Сейчас до 4000 надо дойти. И уже ехать обратно, потому что до 4 часов работают подъемники в верхней части. Надо успеть. Ну, Эльбрус, конечно, круто, но нужно ехать, когда хороший снег, потому что если не кудушь снег, никакого удовольствия особого не получите. Трассы длинные, очень такие живописные, и от снега очень много зависит. Снег вот нас сейчас, как бы, нам не повезло с этим, поэтому уже конец сезона, снег не кудышный совсем. Вот, а так вообще круто, конечно, очереди гигантские, и подъемники старые. Инфраструктура, конечно, на Архизе, на том же самом, на голову выше, к примеру, да, или там на Маджироке, там же. Но Эльбрус, ей можно простить многое за то, что тут такие красоты открываются. И высота очень большая. Так что всем советую. Спасибо.